Друзья, всем привет! Еще одно видео из Крыма. Опять 28 марта, но не коронавирус, но не центр Семашко, а Таврида. Вот, что мы видим? Мы видим дорогу, которая раньше вела в Херсонскую область. Она, собственно, и сейчас ведет в Херсонскую область, но попасть в Херсонскую область сейчас нельзя. А почему, спросите меня вы, я вам отвечу, потому что коронавирус. Вот это вот Таврида, которая перпендикулярна. Она направо, это та ее часть, которая уходит как-то вокруг города. И там вот со стороны въезда с Керчи, с Феодосии, поворачиваешь и вот сюда это железная дорога, если я ничего не путаю. То есть вот тут вот проходит железная дорога на Евпаторию. Тоже построили мост. Вот так вот все выглядит. Обратите внимание, где-то что-то зеленое, а где-то что-то такое убитое, рыжее, желтое. Март 28-е, напомню, для тех, кто забыл. Медленно движемся вперед. Впереди вот эта вот развилочка, вот которая вот следующий мост, к которому приближаемся, вот куда грузовик, собственно, едет. Это пересечение с главной сейчас дорогой, назовем ее так, которая идет на аэропорт. Она была и на старый аэропорт, и на новый аэропорт. Вон новый на старый аэропорт, вон у нас впереди. Видите, блестит крыша? Это не аэропорт старый. А вот чуть-чуть правее голубенькое, это старый аэропорт. Я думал, коптер тут не летает, но он летает. Чему мы получаем с вами сейчас доказательства? Вот слева это ГРЭС, населенный пункт. Вот там где-то, если вы видите, мельтешат машинки по дороге. Это вот как раз из Симферополя в аэропорт они идут. Как мы будем ездить? Вот мы подъехали к Симферополю, повернули направо, вот до сюда доехали. Вот тут вот мы, собственно, над дорогой делаем такой вот такой поворот. Обратите внимание, вся дорога, она вот такая почему-то. Почему? Ну, наверное, населенный пункт был, дома нельзя было там забрать. Хотя какие дома они не могут забрать, они могут все забрать. И вот мы уезжаем дальше, видите, туда, влево, вверх. И там мы с вами приедем к той дороге, которую я уже снимал, на трассу Дубки-Левадки и на Севастополь. Вот так это все будет организовано. Если кто-то посмотрит внимательно и поймет, как тут все будет организовано, он большой молодец. И у него высокий IQ. Вот он, старый аэропорт, видите? Голубенький, прекрасный старый аэропорт. Кому его не хватало? Вот эта дорога, кстати, вот слева развилка, это как будто... А, вот появился новый аэропорт, видите? Вот сейчас перед нами новый аэропорт. И, судя этому видео, старый аэропорт с новым аэропортом будут там отдельно соединяться дорогой, которая никуда дальше не идет, соединяет только старый аэропорт и новый аэропорт. Вот тут сейчас, я даже не знал, что здесь столько людей живет. Охренеть. То есть, вот видите, дорога поворачивает так мягко налево, это поворот на аэропорт, там сейчас будет развилка и дорога на Евпаторию. А так как, когда я снимал, я не все это видел, то я начал разворачиваться правее, уже показываю тут укромные и бесконечные поля, показываю, потому что думал, что где-то здесь аэропорт. А теперь мы еще чуть-чуть поворачиваемся назад, для того, чтобы увидеть, вот она, трасса Таврида идет здесь, вот та развилка, с которой мы начинали, вот она так будет выглядеть, примитивно будет выглядеть, обычная там вот эта. Потом дальше, вон туда Таврида уходит и Семашко.